Вот приехала очередная машинка, чуть-чуть замятая слегка. Надо попытаться что-то сделать. Или не сделать. Вот так. Съемки в общем. Так сказать, что было. И попытаться что-то это дело поправить. Усилитель у нас, вот она обогнула, идет в нижней части, здесь пополамала. Сейчас надо разбирать, убирать обешумку и попробовать разобрали сделать. Дверь, убрали эту обешумочку, теперь надо повернуться и начать править. Вот сняли клей от скотча двухстороннего, полирнулись, вымылись, разобрали дверь. Ага, она не хочет. Ну, короче, вот так. Все разобрано, стекла удалены. Сейчас будем потихоньку пробиваться и править на машине, а потом уже остальное делать на стенде на рабочем столе. Так удобнее будет. Вот такая получилась у нас экибана. Кто-то скажет, что сколько было грибов, столько и наклеил. Ну, вы отчасти правы. Надо же попробовать, что потянется, что не потянется. Вот. Конечно, можно выдавливать и изнутри. Ну, попробуем, посмотрим, что будет. А насчет грибов у меня он еще есть. Так что не все грибы наклеил я. Ну, сейчас попробуем обратным молоточком. Я что можно было погрел, попрогревал. То есть попробуем, что получится. И в какую сторону пойдет выгибаться металл. Подергались клеем. Надергали шишек, сисек. В общем, испортили дверь окончательно. Тут не хочет выходить, тут не хочет. Ну что делать? Надо снимать и потихоньку разглазывать, разворачивать металл. Первоначально как бы дернулось все, что хотелось. Теперь долго и нудно все разглаживать. И плюс еще от усилителя надо внизу отклеивать, чтобы чуть посвободнее металл перераспределялся. Вот дверь сняли. И будем ковырять дальше. Красота просто неописуемая. Ну ничего, надо же тренироваться на сложном, а не на том, что я уже умею делать. Так вот и нарабатывается какой-то опыт, чтобы в следующий раз знать, за это не надо браться, или это можно сделать. И вот так надо делать, вот так не надо делать. Собственно, для этого я и беру такие вещи. Те, которые я не могу сделать или не умею. Вот на этом можно научиться чему-нибудь.